Дорогие друзья, мы с вами сейчас находимся на Дворцовой площади, Санкт-Петербург. Сегодня последний день июля. Отличная погода. Стало чуть-чуть попрохладней. Не мучаемся от жары. Сейчас я вам покажу, что творится на Дворцовой площади. Гуляют туристы. Такая у нас обстановка на Дворцовой площади. Отличная погода, лето, суббота. Всем рекомендую выходить на прогулку. Дорогие друзья, вот у нас Большая Морская. Здесь у нас крупнейший музей восковых фигур. Вот они выставлены на улице Месси, Шнуров, группа Ленинград, Федор Первый. Это недалеко от Дворцовой площади, можно сюда прийти и, соответственно, посетить музей восковых фигур. Друзья, вот у нас набережная реки Мойки. Здесь можно отправиться в путешествие на корабликах. Все покажется, расскажет. Невский проспект, соответственно. Вот как раз кораблик повез туристов. Вот такой вот у нас родной Петербург. Дорогие друзья, вот у нас легендарная пышечная на Большой Конюшенной 25. Смотрите, как она постоянно стоит сюда в очередь. Как стоишь, чтобы просто купить пышку или чай. Легендарное место Большая Конюшенная 25. Старейшая пышечная, основана в 1958 году. Посетите обязательно это место, если будете в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, вот сзади меня Казанский собор. Мы сегодня с вами в Санкт-Петербурге, гуляем по Невскому проспекту. Смотрите, какая красота. А вот у нас известный дом компании «Зингер». Сейчас тут дом книги и кафе. И дом очень красивый и выделяющийся на Невском проспекте. Смотрите, какая красота. И здесь тоже можно отправиться на экскурсию на кораблик. Лето, Санкт-Петербург, великолепная погода, что нужно для хорошего настроения. Дорогие друзья, здесь вот есть такое место, на Невском проспекте продают много картин. Художники рисуют, здесь их можно приобрести. Палаточки с картинами. На любой вкус и цвет. Я даже думаю, что под заказ могут для вас нарисовать что-то.
Дорогие друзья, вот у нас река Фонтанка. Посмотрите, какая красота. Кораблики, люди с экскурсиями плавают. Сегодня не так жарко, ветерок, лето, последний день июля. Прекрасно можно в Санкт-Петербурге провести время. Вот такая вот у нас тут красота. Невский проспект. Так что, если хотите взять экскурсию на корабликах, приходите сюда, на Фонтанку. Тут ребята подскажут, где чего и как, проведут вам экскурсию. Дорогие друзья, вот у нас известная улица Рубинштейна, где все вечерние тусовки происходят. Куча ресторанов, куча баров, куча тусуется молодежи. Сейчас мы днем находимся, здесь народу нет. А вечером все тут начинается. Вот это известная улица. Вот непосредственно Невский проспект, пересечение улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Тусовочная улица Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, мы находимся в месте 5 углов. Сейчас вам здесь все покажу. Это знаменитое место, называется 5 углов. Обычно улицы пересекаются с 4 углами, то есть 4 угла домов, а здесь у нас непосредственно 5 углов.